как бы там ни, но полнолуние – это мое. Сегодня ночью я прочитал. Было экстраординарное полнолуние. 1 августа. 31 июля, 1 августа 2015 года. В неэвклидовом и неримановом пространстве, сформулированном докучливым, вялобрыжущим денно и нощно, и многие лето рону до заунывного ситничка, в наперед провалившийся схватке с кокетливыми, рядовыми моими такими непостоянством и пьянством, я невнятное настоящее терпеливо предчувствую. Едва корянет неясное мне настоящее, без разбора хоть кто, лишь бы не чересчур и не удивит, о кокетстве и пьянстве запамятуют, и весь мир удивят. Широту мы величей нашей подлинной русской души. На сарае срамное прохуй, под заморские бэнкси написано. Не робей, не ликуй, там внутри ни шиша. Субарктический август, как плебей в непролазную осень. Нам не радует глаз, мы когда-нибудь просим. Не сейчас.